Монета заметно отличается от других цифровых денег. Она появилась только из желания владельцев увеличить востребованность блокчейна Tron после покупки файлообменной платформы. Обычно криптовалюты служат средствами платежа, здесь эта функция практически не играет роли, поэтому ее распространение ограничивается. Компания и ранее применяла схемы монетизации в виде платы за отсутствие рекламы, предоставление VPN и защиту от вредоносного ПО. Появление коина позволило перевести уже устоявшуюся систему в цифровую форму. BTT – результат совместной работы фондов Tron и BitTorrent. Криптовалюта BTT – это токен стандарт TRC-10, выпущенный в блокчейне Tron. Монета построена на протоколе BitTorrent для безопасности сети, расширяющей текущую функцию проекта обмена файлами. Пользователи могут оплачивать в криптовалюту опцию BitTorrent Speed, которая позволяет скачивать контент быстрее. Поставщики контента получают стимул дольше оставаться на раздаче. Аудитория платформы более 100 миллионов пользователей. Опираясь на надежную и быструю публичную платформу, криптопроект решает проблему доступности гибридного механизма консенсуса. Coin основан на методах расширения, которые производят доказательства с нулевым разглашением и математическую согласованность на всей транзакции с блокчейном. Операция перепроверяется без раскрытия данных или сообщения о другой стороне. Предприятие безопасности устраняется сразу. В этом заслуга протокола Zero, основного направления всех децентрализованной экосистемы финансов. Его особенность – обеспечение ликвидности и молниеносности скорости транзакций в сети. Эта тенденция делает его уникальным децентрализованным финансовым протоколом на Ethereum. Не будет преувеличением назвать функцию коинов катализатором в реализации смарт-контрактов и переводе средств. О курсе и статистике этих криптовалют вы сможете узнать в бирже Gate.io. Вы сами знаете, курсы криптовалют нестабильные, поэтому говорить об их цене в долгосрочной перспективе глупо. Так что сами проверяйте и узнавайте о мире. Платформа позволяет покупать и тратит коины без участия посредников. Люди могут использовать монеты для придания новых ценностей внесенными ими вычислительными ресурсами, а транзакции не связаны с фиатными валютами. Coin лежит в основе децентрализованной платформы, цель которой – поширение открытости, отказа от цензуры и вознаграждение участников. Tron работает в качестве поставщика технологической структуры, которая соединяет пользователей на глобальном уровне. Заставить P2P-сеть в блокчейне работать как единую экосистему означает расширить охват до миллионов новых пользователей и способствовать массовому внедрению платформы. Система объединит усилия по снижению структурных недостаток протокола BitTorrent. Первоначальная задача проекта – предложить рыночные стимулы своим пользователям и привлечь их к сотрудничеству. Общая задача – совместная работа над оптимизацией и продлением срока жизни протокола. Все операции по предоставлению разных услуг в рамках экосистемы выражены в BTT. Передача коинов происходит в результате обмена на цепочке и вне ее, и включает как частную бухгалтерскую книгу, так и публичный блокчейн Tron. А где можно купить этот коин? Я лично пользуюсь Gate.io. Есть несколько причин, почему выбирать эту биржу. Во-первых, интерфейс проекта очень понятен. Во-вторых, большой выбор торговых пар, адекватная торговая комиссия, наличие мобильного приложения, есть куча преимуществ. А также еще один плюс, переходя по ссылке в описании, вы получите 20% скидку на торг комиссии. Биржа очень крутая, так что работать с ним определенно стоит. Какие его достоинства? Биржа входит в топ-7 самых лучших бирж в криптомире, имеет положительный бэкграунд. Чтобы начать торговлю, надо пройти легкую регистрацию, а именно заполнить стандартную форму и подтвердить почту. Обязательно запишите данные, чтобы не забыть. Чтобы начать торговать, надо пополнить баланс через криптокошельки или карты. После переходим в классическую торговлю и покупаем монеты, которые мы хотим и которые мы изучили. На всякий случай подтвердите личность, так как это упростит работу с биржи, но КИС не обязательно. Сделки могут происходить, как только поставщик получает приложение от запрашивающего. Это запускает платежный канал в бухгалтерской книге и активирует транзакции. На каждом этапе проводятся проверочные мероприятия до тех пор, пока запрашивающий не подтвердит завершение операции. BitTorrent – коммуникационный протокол, использующий P2P в качестве основы системы обмена. Это популярная платформа для распространения данных в сети. Протокол успешно работает для раздачи больших файлов, например, фильмы, музыки или игры. Tron работает как сетевая технология обмена P2P между пользователями. Ее цель – это глобальная система для неограниченного хранения и загрузки данных всех типов, включая аудио и видеофайлы. Поскольку это виды контента уже основные в протоколе BTT, Джастин Сан описывает это единство технологии. Ребята, опять напоминаю, если хотите начать торговлю, тогда вам советую Gate.io. Я вам уже рассказала, почему я так думаю. А также вы можете получить 20% скидку на торг комиссии. Но не забудьте одно, ваши средства только в ваших руках.
руках. Будьте предельно осторожны, иначе потеряете все свои ресурсы. Если вас интересует рынок криптовалюты, тогда подпишитесь на телеграм-канал Ростиксона. Там публикуются посты, в каких мероприятиях он участвует, и не только. А также на его канале увидите новости криптомира. Ссылка находится в описании, переходите, подпишитесь.